Всем привет! Сегодня будем с вами готовить варенье желе пятиминутка из черной смородины. У меня есть, точнее, купила я вот такую вот черную крупную смородинку. И понадобится сахар. Еще понадобится 1 стакан воды. Первым делом, что мы с вами сделали? Я промыла баночки чистящим средством. Крышки также. И сейчас баночки и крышки у меня отправляются на стерилизацию. Стерилизую я на кастрюльке. У меня вот такая вот формочка. Это я уже стерилизовала. Такие пятнышки остались. Водичка. Ну, все как обычно, на пару. Такие баночки стерилизуются быстро. Где-то по минут 3-4 одна баночка. Это будет очень-очень быстро. Так, первым делом промываем с вами смородину на 5 стаканов смородины. 6 стаканов сахара. Так, сначала промываем ягодки, отправляем в кастрюльку и добавляем сюда 1 стакан воды. Ягодки я промыла под проточной водичкой. Все чистенько, без всяких травочек, муравочек. Так, здесь у меня 1 стакан 200 мл воды. Отправляем в кастрюлю. И сейчас нашу смородинку будем кипятить. Кипятим ровно 5 минут без сахара. Прошло около 3 минут. Ну, я такое сделала чуть больше среднего огонь. Сейчас вот масса выглядит вот так, уже закипает. Еще 2 минутки и будем отправлять сахар. Мое варенье кипело 15 минут. Сейчас я уберу пенку и буду раскладывать в стерилизованные баночки. Со временем, после того, как у нас варенье остынет, оно станет намного гуще, будет желеобразным и очень-очень сладким и вкусным. А главное, что мы его очень-очень мало кипятили. В том и польза. Остались все наши полезные свойства смородинки. Очень вкусное варенье на зиму. Всем советую, обязательно попробуйте приготовить. Рецепт простой, незамысловатый, очень легкий. По мне так самый простой рецепт варенья. Но как остынет, я обязательно покажу во влоге, какое оно у меня на самом деле, в остывшем виде. А так просто хотелось поделиться с вами рецептиком вот такого вкусного варенья. Таким образом, из 2 килограммов смородины, 1 стакана воды и 3 килограммов сахара у меня получилось 5 полных баночек по 800 миллилитров